Доброго времени суток, друзья! С вами Ромулус ТВ, и мы продолжаем странствия по средневековой Европе. Конечно же, вы ищете целиться, мы с ними воюем. Хотелось бы заключить перемирие и торговый договор. Ну что ж, хорошо. Вам. Вышло. Да. Поднять паруса. Оу. Готовьте крюки. На бандаж. Победа. Какого-то там адмирала мы сумели забрать. Подождем путь. И хорошо. В целом здесь уже все, что можно было предпринять, уже предпринято. И необходимо двигаться дальше. Да, все-таки у наших границ роятся орды врагов. Эх, ломбардцы. Не даете вы себе спокойно уйти с этого мира. Будет новая кровопролитная война. Ух ты, Антверпы, ну просто процветает. 3700 золотых. Да, тяжело нам будет, когда мы будем воевать с Англией. Суметь быстренько захватить эти города, нужно будет портовые. Да со всеми уже будет тяжело воевать. 68-й ход. И многие страны накопили себе приличные военные гарнизоны. Хочу, чтобы Дания воевала с Норвегией. Ух ты! Так, у венецианцев попытались забрать Вильнюс. Безуспешно, конечно. В принципе, Венеции выгодно союзничество с нами. Мы ее прикрываем с половины возможных направлений. Да, Марсель пока что держится. А Сицилия теряет своего короля в этой борьбе за Марсель. Да, сицилийцы просчитали здесь. Хотелось бы и мне захватить этот город. Но вот благодаря нашим действиям, Штауфен, Берн, Метц, и в ближайшей перспективе не должны подвергаться никаким нападениям. Антверпен, конечно, просто процветает, но было 3700, стало 3500. Вот так вот. Потеряли мы немного в этом селении. Кёльн хорош. 2200 для сухопутного города, это хорошо. Итак, что мы имеем? Нафиг не нужно мне путешественника. Вена расширяется. Давайте поможем. Союзом. А давайте, наверное, за датчан, что ли. Ладно, за датчан. Ну вот. Дания подарила миру нового папы римского. И мы приложили к этому определенные усилия. За что папа нам будет очень благодарен. Не забудем это папе. Помним обязательно, что наше слово было решающим в определении нового папы. Да. Ай, что я наделал? Да уж, город можно было прокачать, а я взял вот так вот и убрал. Морская торговля у нас процветает. Я даже не мог представить такого хорошего положения дел. Да.
наша армия не в самом лучшем состоянии. Не приходится вообще не сбежать. Это у нас. Хотите нас прогнать? Попробуйте. Как прикажете. Восхищаетесь своим врагом? Поднять паруса. Как прикажете. Ай-яй-яй. Так, это положение, конечно, к нам ни к чему. Мы можем все-таки захватить Аячи, но также и пролететь. Будем рисковать. Сам, куда уже деваться? Мы находимся не в самом лучшем положении. Рад служить вам, милорд. Здесь будет сторожевая башня. Выступаем немедленно. Выставляйте часовых. Привал. И вот уже очень скоро будет видно, что произойдет в результате наших действий. Как изменится баланс сил в Европе, военная расстановка. Ну, французы молодцы. Мое уважение вам. Долгое время вы боролись за Брюгге, захватили его все же. Остается Марсель. Но если Марсель будет захвачен нашим союзником, то, скорее всего, тотальная война между нами и Францией будет неизбежна. Я надеюсь, Папа Римский будет на стороне именно нашего анклава, а уж никак на стороне французов. Но опять-таки, это лишь предположения мои. Что будет наверняка, никому не известно. Но очень хотелось бы победить. Вполне возможно, что через ход Марсель станет последним оплотом для Генуи. Более не будет никаких у них городов. И, скорее всего, как государство, они просто перестанут существовать. Да. Эх, класс. Ну что ж. Так. 50 лет как-то старовато. Орден. Тонский орден. Да нет еще. Достроить каких-то новых улучшений нашим городам. Так, еще один. Хорошо. Хорошо в целом дела идут. И благо эти дела ведут к нас медленному, но устойчивому доминированию в регионе. Милорд? Марш! Засада устроена, милорд! Далее, строим башню! Да, мой король! Вот так, да, мы расширили видимость башню наших регионов. Лагерь будет здесь! Так, у нас видимость еще здесь не очень хорошая. Да, мой король, почти почти. Здесь будет сторожевая башня. Радости, мой король. Здесь будет сторожевая башня. Постепенно наши границы становятся обозримыми. И мы приобретаем возможность лицезреть все то, что происходит у нас здесь. Да, мой король, мы будем сидеть здесь. Да, милорд. Есть возможность разбить врага на поле. Не стоит игнорировать такую возможность. Возможно, мы овладеем этой крепостью на этом же ходе. А уж два острова, это очень неплохо. Правда, по 10 тысяч каждый. Ну, эти острова могут приносить по 3-4 тысячи, во всяком случае, вещи в этой игре. Враги привели подкрепление. Они надеются задавить нас числом. Нас еще будут с тыла атаковать. Негодяи.
каких-то негодяи. Часть конницы просто погибает под ударами нашего военного мага. Что же происходит? Враг? Да, а почему наши конники ничего не сделали до победы? Мы выигрываем битву! Еще немного, и враг потерял половину бойцов. Бежим, бежим все. Так, уж никак нельзя потерять нашего командира. Надо любой ценой остановить эту вражескую конницу. Колодец сбежал, как последний так, трус. И вот. Вперед! Победа близка! Враги несколько оскудели. Так, вот и вражеский так, полководец. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Что ж, самое время ударить по полководцу всем имеющимся арсеналом. И я думаю, враг не выдержит этого. Противник бежит! За ним в атаку! Я очень хочу этого полководца настигнуть все же. Надеюсь, это удастся. Удается убежать. Как бы, конечно, не хотелось его разбить в пух и прах, но придется штурмовать замок. Не получилось вот уничтожить врага на поле боя. О, да нет, кажется, все-таки удача повернулась к нам лицом. Мы победили. Да, вперед на битву. Слава королю! Раз так сила, вышло, честь, победа. То будем в полной мере использовать наше положение. Благодарите всех, кто усомнится в моем чемодане. Скинь, лорд. Как приказ? Да. Я здесь. Служу Господу. Кто-то сомневается в догмах церкви. Постараюсь усилить я этот гарнизон. И Кальярди тоже необходимо усилить всеми доступными нам силами. Ну что ж, у Генуя остается последний регион, который они контролируют. Это город Марсель. Их резиденция, их столица и их последний город в этой партии. Так
что движемся дальше. Ух ты, Генуи же 3200 дает. Интересно. Да, шикарная торговля идет. Рад я за нашу Геную. Вам не место в этих модах. Хотелось бы с маврами помириться, но пока что это нереально. Ладно, едем дальше. Чем могу служить? Вот так вот, случайно, не случайно, но... Вся ближайшая Африка, два острова, Сардиния и Корсика, если я не ошибаюсь, вошла в состав нашей империи. Вот Франция готова добить нашего конкурента Геную и окончательно подарить нам победу на этом театре военных действий. Даже не принципиально. Но вот французы, конечно, набрали силу. Явно, если мы будем выбивать нападать на Францию по всем направлениям. Потому что Франция стала действительно сильной, мощной и развитой державой на текущий 70-й ход. Блин, да что ж такое? Женихи 50-44. Не хотят нам давать молодых женихов. А наши принцессы не хотят иметь браки с пенсионерами. Так, а что ж дальше делать? Франкфурт. Ради тебя, дорогой, готов даже поле поставить. Так, Зальцбург. Не хватает нам здесь казармы. Нью-Чиппинге мы грузовой причал построим. И в Торуне мы ничего не будем строить. Вот. Да, вот так вот. Не успели начать, против нас уже бунтуют. Ладно, построим здесь город. Да, мой герой. Эллен Фрей. Господь покарает меч. Мой король? Угу. Да, и корабль не получится нанять уж так просто. Ладно, надо несколько усилить наши позиции на территории Италии. Здесь привести в порядок наши дела. Ситуация действительно не самая хорошая, не самая оптимистичная на текущий момент. Но эта ситуация контролируемая, и можно будет впоследствии вывести эту ситуацию в нашу пользу. Людям нужен отдых, милорд. Так, что у нас здесь? Да, мой король. Есть. Здесь будет сторожевая вахта. Выступаем немедленно. Ай-яй-яй. Но, милорд, это не... Так, что с Папой Римским? Угу. Отношения у нас великолепнейшие. Так. Папа Римский сменился. И тем не менее у нас опять-таки хорошее положение, но пока что не самое лучшее в регионе. Ладно, можно жить, можно двигаться дальше. Во всяком случае, один из завоеванных островков в скором времени станет городом. И этот город будет давать нам свою копеечку. Венецианцы, конечно, молодцы вместе с венграми. Они серьезно пощемили интересы Византии. И Византия, похоже, тоже обречена. Но до Византии я сам не скоро доберусь. Пока все эти государства завоюешь все это дело. Много воды еще течет. Да, и Кордовский халифат. Нам нужно кое-что обсудить. Желает. Вы мудры и великодушны. До новых атаковать встреч, нас. Мой друг. Но
сам Папа Римский решил заключить с нами союзный договор. Так, могу... Но за Папу теперь мы будем идеальной державой, которую нельзя будет просто так обидеть. Так, испанские мятежники. А за награду мы войска получим. Да нет, нафиг с вашими войсками. Пусть нам денег вы дали. Так, ярмарочная площадь. Шахту надо закладывать своими прибылями. Что у нас здесь не хватает? Здесь у нас не хватает трактира. Так, в Милане нам не хватает явно стен. И повышение налогов. Да, можно повысить налоги, пусть население сокращается. Баланда. Давайте, наверное, здесь поставим казарму дозор. Ревель. Пусть здесь общинные пули развиваются. Ну, боячья мы будем строить. А ничего мы не будем строить. Пусть как все есть, так и остается. Так, тем временем вояче у нас появился новый полководец. Да. Мы поможем этому полководцу. Воины, на берег. Лорд. Стать хозяином. Возвращайте своим врагом. Так, потом Мавра. Да уж, не получилось потопить мавров. Одолели они нас. Место в этих водах. Назовите место, где мы вступим в бой. Ну что ж, один ход остается до улучшения. Слова ничто. Можно было бы, конечно, бы атаковать мавров, но зачем? Попробуйте. Все равно им не взять наш город никаким вот образом. Ваше величество. Давайте мир предложим. Торговый договор. А вы нам выплатите 10 тысяч золотых. Пять тысяч. Ребята, соглашаемся. Боюсь, я буду... Хорошо. Идите нафиг тогда. Раз. Так, республика Генуя, конечно, как и планировалось, ушла уже в небытие. Французы захватили города, стали действительно сильными государствами. Ладно. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за ваше внимание. С вами был Romulus TV. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, жду ваших комментариев и лайков. До скорого!